Вот уже 125 лет Елабужский институт непрерывно служит миссии педагогического образования. Не так давно и Казанский федеральный университет отметил свой день рождения. Потому объединение этих двух значимых дат стало отличным поводом для празднования, которое по традиции проходило в городском дворце культуры. Это большое событие для нас, для всех. Мы проводим различные мероприятия на факультете, проводим также со школьниками, со студентами проводим, рассказываем про историю нашего университета. Поздравить со знаменательными датами прибыли множество почетных гостей. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин поблагодарил всех сотрудников и вручил награды лучшим преподавателям и студентам, которые ежедневно трудятся на благо института. В честь 125-летия Елабужскому институту был подарен автобус, на котором студенты смогут комфортнее передвигаться по республике. Ленар Сафин также заявил, что из бюджета университета будут выделены 125 миллионов рублей на развитие института, ремонт и другие не менее значимые проекты. А вообще, я очень рада поздравить наш институт с такой юбилейной датой. Очень рада, что смогу поучаствовать в таком грандиозном событии, как императорский бал. И 125 лет – это дата такая большая и говорит о том, что все это время в институте передавалась из поколения в поколение педагогическая деятельность. Венцом празднования стал императорский бал. Традиция именно так отмечать дни рождения КФУ и Елабужского института появилась больше 10 лет назад. Главные мотивы – венский вальс, линейная и императорская полька, блюз, фокстрот и джайв. В конце торжества были задуты свечи на торте, а студенты под огни салюта дружно проскандировали «Виват университет». Кристина Тёкина, Валерия Карташова, Универ Новости.